Строительство жилья в Шымкенте ведется с большим размахом. Высотки в Шымкент-Сити отвечают всем строительным нормам. Современные дома в эксплуатацию будут сдавать поэтапно. К дню города будут готовы и две многоэтажки в жилом комплексе по проспекту Байдебек-Би. Строительство домов мы начали в конце 2018 года. В этом году завершаем. Сейчас ведется строительство 8 жилых домов. 2 из них сдадим ко дню города. Поэтапно ведем и 6 многоэтажек. В Шымкенте в очереди на жилье стоят 39 259 человек. Из них свыше 5 тысяч из категории многодетной семьи, свыше 12 тысяч из социально уязвимой части населения и один ветеран Великой Отечественной войны. 19 июня в день города 90 шымкентцам вручат ключи от новой квартиры. Из них 65 человек по категории многодетной семьи, 24 человека социально уязвимые слои населения и один участник Великой Отечественной войны. В рамках инвестпроекта для очередников построили дома по улице Водопьянова в микрорайоне Восток и Туран, а также строятся многоэтажки в Шымкент-Сити. Жилье будет выдаваться согласно очереди. Шанару Уразова, Давран Абдиев, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».